Ну что, ребят, синдром всех приветствую. Мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4. Не знаю, какая будет сегодня серия. Но в плане того, что будет проходить в сюжете, что будет вообще, да, что мы будем проходить, что будет вообще в сюжете, я не знаю, поэтому посмотрим с вами вместе. Прошлая серия была очень интересная, если не было прошлой серии, ссылочка в описании находится на плейлист, собственно, с полным прохождением данной игры. И там подсказочка сверху справа, скажите, знак, если нажимаешь. Вот. Там... Я все пиздит. Вот, еще есть подсказочки сверху справа, вот скажите, знак, нажимаешь, там будет прошлая серия прикреплена и плейлист с полным прохождением данной игры. Вот, поэтому с вами начинаем, поэтому, Саша, будем поудобнее, надевайте пледик обязательно. Поэтому, Саша, поудобнее, надевайте пледик обязательно. При этом пить, кушать, принять, пить кофе, пить или пить воды, при этом просмотр. А мы, собственно, с вами продолжаем проходить Far Cry 4. О, привет! Так, мы с тобой оказались здесь, собственно, почему-то. Политика нулевой толерантности. Байгонмин напоминает, что все граждане, носящие цвета золотого пути, будут осуждают, но нет и не будет толерантности к любым намекам на поддержку, осуждаем. А у края есть глаза в каждой деревне, он следит за своими... Понятно, хуета все как написано. Тогда я еще быстренько проверю, то что, кстати, звук у нас никогда здесь нет, когда я захожу в магазин, потому что АПшка прилетает. Ну да, быстренько посмотрю, что есть, что нету, и, в принципе, пойдем с тобой по заданиям уже, да? Так, хорошо, ладно. Эти парни в капюшонах быстрее и опаснее солдат мина. И говорят со зверями. Бля, иди в пизду, пожалуйста, мальчик. Так, ну проехали-то на золотой путь. Вон, вот сюда. Да, сначала выполнил вот эту звездочку, уже наконец-таки вторую, да, потому что мы с собой одну выполнили, а вторую нет. А, да, выполнил с собой вторую, собственно, да, звездочку, скажем так. Да, когда еду, то включусь сразу, чтобы не заканчивать, не затягивать хронометраж. Ебать. Чё-то громко-то. Я ж испугался, блядь. Чё-то громко-то. Кто там, блядь, ещё? Пиздец, так громко, я ж, блядь, испугался реально. Так, а чё у нас с тобой по этим-то? А, у нас там появился пулемет и снайпа. Это очень хорошо. Не, давай оставим пока. Так, еще где? Слонобой, юспик, снайпа и пулемет. Хорошо. Очень давно сюда, ребят, не заходил. Очень давно сюда не заходил. На то были причины, с вами проходили другие игры чуть-чуть, да? Можно?
Да. Чем-то уже почти подъехали сюда, собственно, да, к заданницу. Вот. Даже я не знаю, что задание, не помню, проходил его или нет, когда проходил. Не, не проходил. Нет, не проходил. Я думаю, сейчас опять в горы сто опять, как всегда, пойдем, да, как всегда, вот это вот сейчас начнется, вот это вот опять в горы, еще не в горы. Бля, вы надоели, ребят. Тебе не жить. А, ну все. Тебе ему все равно на меня. Вот это было зря, вот это было зря, конечно. Это было очень зря. Да ебать, иди в пизду, ёбаный в рот, бля. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. Так будет до самой смерти. Да еще с беды, моя задница чистая, как дудочка. Срать можно на ней, понятно? Бля, да уйди ты, ёбаный в рот, бля. Воняйте, ставите в коробку и вечно валандаете с места на место. Вечером, небось, хочется одного. Не забыть, что ты вонючий бродяга. Что происходит, блядь? Что происходит в этой игре? Только зашел, блядь, давно что не заходил, только зашел, блядь, вот такая тема творится вообще, что это? Знаю, что опаснее, дикие звери или армия. Мужик, я тоже не знаю, ну да. Поговорим. Аджай, рад тебя видеть. Аджай, у меня друг в гвардии. Он сказал, что люди Пейгана разыскивают рубин Прабатхана. Кроваво-красный рубин, око просветления. Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его, и мы потеряем дар предков. Вот, я покажу дорогу. Мы кормим за... Одинокая планета Кера, часть 4. Шаманизм Дхами. В наше время шаманизм в Керате большая редкость. Однако он все еще практикуется в некоторых уголках страны. В местах именуемых... А шрамами, знахари, которых называют Дхами, выступают в качестве посредников между миром миром духов и материальным миром, а болезнь принято видеть разнообразных духов. Какой ритуал часто приносит в жертву петуха или черного козла, в зависимости от недуга. Что-то забирает. Понятно, армия, блядь. Ничего не остается. Ну что, ты покажешь мне дорогу? Поехали. Бля, Мишка. Бля, медведь, давай не будем, ебаный в рот, ну не надо нахуй. Бля, медведь, отъебись от меня. Да отъебись он нахуй. Все, отстань от меня. Отстань. Ну ты съебал отсюда нахуй. Блять, как нахуй сесть сюда? О, тихо. Медведь, отстань. Отстань. Сука. Ну ты иди туда. Все, медведь, пока, блядь. Да это пиздец, что вы творите-то, ребята? Давай, медведь, блядь.
что творит, что происходит вообще, блядь? Что происходит в этой игре, блядь? Происходит в этой игре, не может объяснить кто-нибудь, чем я говорю. Ёпты. Такое на самом деле. Стоям, боёба. Ну отлично, блин. Забирай. Ну выходи. Здесь можно забраться, все. Что, блядь? Мрлицо какое-то. Это статы какой-то. Не, мне нужно выше, блин. Пока лезем куда-то, лезем. Интересно, вот скажите, как у него один тот же канат не изнашивается за всю игру? Вот это вот интересно очень. Ну да, опять в горы ебашим. Ну, как всегда, в принципе, я так и думаю. Я, в принципе, так и думал, что опять в горы. Ну, понятно, давай. Гималая. Режим автохождения не позволяет, а?
Поехали. Можно же уже это убрать, пожалуйста. Шахта Кило номер 4, хорошо. Тихо, мальчики, блядь. Или так не хочу их. Что, блядь? Блядь, пизду. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, больно. Подожди, мужик, так нечестно. Суки. Бля, было бы быстрее вот эти хпшки, бля, и они им, ну, забейте, они бы ничего не говорили вообще. Ладно, let's go. Да, шахту Кио 2, мы знаем это, знаем, мужик. Тихо, блядь. И как мне здесь проходить? Допустим. Правда, эти миссии, конечно, блин, ну, хуй его знает на самом деле. Миссии, конечно, очень странные на самом деле еще. Ну, типа, они примерно однообразные, это, ну, такое на самом деле. Тихо. Ты что нахуй? Где он, блядь? Ой-ой-ой-ой, ребята, тихо. Это пиздец, как мне это пройти, нахуй? Вы чё, блядь? На, ебать, блядь. Сосамба, блядь, просто. О, давай, пошёл. О,
мальчик, тебе, тебе как бы, ну... Тихо, тихо, тихо. Бля, ну ты смеешь? Только не на меня, только не на меня, только не на меня, пожалуйста. Прошу, волк, иди вон на того, ебалая. Беги, беги туда. Бля, сейчас он включит сигнал, я реально рот ебал. Не, не включи сигнал. Самбо, блядь. Тихо, тихо, волчара, блядь. Ну, вот, сиди там спокойненько, блядь, у себя. Давай попробуем еще раз с луком, блядь, сигаешь. Что такое, волк? Да, 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 иди наверх, иди наверх. Ой, как хорошо. Как же хорошо, да, 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 иди наверх, иди наверх, иди наверх. Смотри, смотри, еще какая пизда там будет там. Бля, бедный волк. А, чел тут сидит просто. Окей. Так, здесь больше, смотри, больше никого такого нету здесь. На, вон челик. Угу. Он здесь один? Да, а вот там двое. Это здесь один. Поехали, блядь. Блядь, а как? Как этот долбоёб меня услышал? Ну это просто нелогичная хуйня. Ubisoft, ну, ну реально. Блядь, давайте уже, реально, давайте, блядь, всю серию мне хотят одну и ту же серию. Давай, одну и ту же, блядь, блядь, задание, блядь. Давайте, как я пройду вот это задание уже до туда, вот, да? Ну, чуть дальше, точнее. Так включить, чтобы не затягивать грамм. Ну то, что, блядь, 30 минут, это вообще пиздец, блядь. Ну что это за...
В ахуе просто нахожусь. Сосёшь ты, блядь. Атакуем быстро. Короче, ребята, я решил, давайте пока он то задание мы, ну, оставим. Эти парни в капюшонах быстрее. Да иди нахуй, блядь. Быстрее, блядь, да. Давайте-ка мы с вами сгоняем вот как раз-таки по золотому пути, по сюжету пойдем, да, потихонечку. Это доп. Задание, как я понимаю. Давайте его потом выполнишь, деньги появятся чуть-чуть, да, снайперку настрою, и потом туда пойдем вообще с кайфом. Сейчас пока что давайте не будем, блядь, потому что это вообще забейте. Всю серию проходить одну и ту же, блядь, ну, проходить одно и то же задание, хер. Наверное, у вас две попытки, наверное, будет в серии, да, которые вот... Ну, вы поняли, две попытки у вас будет в серии, да, по прохождению мной этого задания. Остальные, там было много попыток, сколько, попыток 4-5, да, я сделал. Типа, ну, я их просто, ну, вырежу, чтобы мне, ну, чтобы не затягивать хронометраж жестко, да, видос, потому что на это забить. Всю серию проходить одно задание, это, ну, хер его знает. Мы пойдем сейчас с вами, собственно, до золотого пути, хотя чем ехать, можно телепортнуться. Ну, сразу телепортнулись, да, ближе к золотому пути, поэтому сейчас гоним, прям туда едем. Я не буду обращать на это внимание, потому что на это забейте, блин. Ну, каждый раз на это отвлекаться. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так будет до самой смерти. А еще к беде моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, суете в коробку, и вечно валандаете место на место. Вечером... Хер не несешь, мужик, на самом деле? Где? А где? Ясно. Так, ладно, погнали по сюжету. Амита, что с тобой? Думаешь, это легко? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слышу за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Бля, жестко. Я настоящий воин. Да, я буду защищать Кират любой ценой, а они видят лишь женщину. Аджай, ты же умный. Хорошая повесточка, хорошая повесточка. Скажи, может, это не мое? Тебе самой а решать, понимаешь? Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Тебе решать самой, нужен тебе это или нет, понимаешь? Нет, отступают лишь слабаки. Ну. Слушай, помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Конечно, с ним пойдут. Ты что думаешь, блядь? Ты что вообще? Выбить Заня Мит или Сабала? Послушаем ее сначала. Она думает, что... Ну ладно. Давай послушаем тебя. Я готов. Отлично, я рада. Нужно захватить завод Нур, но не разноси его.
Он пригодится. Аджай, там охрана. Будь осторожней. Так, а можно теперь его послушать? Не-не-не, я хочу послушать теперь Сабала. Сабал. Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Героин — это смерть. По факту. Сам знаешь. Да, по факту. Убей людей Нур и взорви фабрику. Делов-то. Осуждаем, осуждаем, конечно. Ну, она что думает о ней, поэтому не... Ну, в этом плане он прав. Ну, типа, это прям забейте. Это вредно, все, вредно, осуждаем. Опа. Необходима дополнительная информация. Если кто-нибудь знает, кто помочил собак спринклерной системы, стоял настоятельно просим рассказать все, что вам известно. Это исключительно серьезный преступление. Помощь в поимке виновных причитается щедрая награда. Понятно. Ладно, погнали, короче, погнали. Подожди. Прям так рядом. Азы химии называется еще. И куда нам? А классно ты это придумал. Молодец. Найс. Молодец, ёмурвэ. Да, я в шоке. Ты видел? Не, ну ты видел? Да. Я, конечно, в шоках. Забейте вообще. Не, игра классно сделана, но, блин, что-то очень много багов почему-то. Интересно, почему. Так, нам по хорошему с тобой ящики бы собирать. А, кстати, да, я же вам не сказал, да, или я не знаю, прошлый, я не помню, просто в прошлой серии это делал, нет, короче, я, как вы уже заметили, я это сделал вот. Собрал для кожуха все, для кошелька собрал, для этих аптечек, короче, собрал много всяких, скажем так, ресурсов, чтобы создать и кошелек, и кошелек, кстати, и вот эту вот тему для этого, блин. Для оружия, да? И для аптечек, и для гранат. Еще много, я много собирал ресурсов. Я помню, что я тогда очень много долго сидел сам, да, и играл, типа там, собирал всякие ресурсы очень долго. Вот, и создал все-таки, чтобы было удобнее, потому что, ну, блин, с двумя оружиями ходить чисто так, хер его знает. Хотя у нас, хотя мы с тобой проходим только вот с этим оружием, да, вроде бы как. Вот, но я решил, что нужно добавить снайпу и, собственно, пулемет на всякий случай, на всякий случай. Почему бы и нет, да, как говорится? Почему бы нет? Ой, блин. Ладно, смотри. Сейчас мы вот через... Сейчас для тебя будет секунд, для меня там пару там, знаешь, ну... Ну, может, пару минут добежать оттуда будет, да? Собственно, как бы вот прям вот сейчас. Сейчас. Вот, мы сразу добежали. Я думаю, ты не заметил, да, переходил? А он уже был. Переход-то был, да, ты его не заметил, собственно, да. Да, представляешь? Вот такая вот, да. Вот такая вот правда жизни. Ёптут. Аджай, Сабал сказал, что ты придешь.
Мы принесли взрывчатку. Бери сколько надо и иди наверх к Хавильдару. Ёпта. Наверху, что ли, где-то? Ну, естественно. Наверх, ну погнали. Блять. Не-не-не, я заберусь сюда. Ты что, думаешь, нет? Ладно. Ладно, ну ладно, что. С лидером повстанцев. Давай поговорим. Давай поговорим. Короче, я думаю, давайте, ребят, так, мы с вами пройдем полностью сюжет, но прям полностью сюжет, думаю, проходить мы не будем, прям жестко, да? То есть какие-то дополнительные задания мы будем с вами. Хавильдар, сержант, как угодно. Для меня это честь, сын Махана. Видишь ту трубу? Оборви тросы и обрушь ее. Труба пробьет дыру, и ты сможешь попасть на завод. Но как? В этом вся загвоздка. Я бы приберег взрывчатку для самой трубы, а лебедки тросов поломал с помощью слонов. Успехов! Так вот, мы свое дополнительное задание будем проходить, знаешь, так, по мере, если не будет сюжета, или бы, ну, так, мало, не знаю, ну, конечно, не будет, если не будет сюжета, да, там, хотя он будет, короче, если будет, знаешь, задание такие, сюжет, который мы не можем пройти, мы будем свое проходить дополнительное задание, чтобы заработать там и бабок, да, заработать, да, для игры, в принципе, да, чтобы разнообразие было какое-то, вот, а в целом проходить полностью игру на 100% я, наверное, не буду, потому что, ну, у нас нет такой с тобой задачи, просто прям сюжет, посмотрим, в принципе, сюжет, да, вспомним, скажем так, вот, и, собственно, все, поэтому как-то так, да, как-то так. Спасибо, ребят, кстати, у нас с вами уже 72 человека, спасибо вам огромное, кто подписывается, реально, спасибо, для меня это, кстати, очень ценно, реально, спасибо вам огромное, спасибо, реально, для меня это очень ценно, мне очень приятно, реально, я очень рад о том, что вы так проявляете всю поддержку мне, спасибо огромное, реально. Так, что у нас здесь? Смотри, машинка катается, тут машина ездит. Памятка K.A. Ремонт дымохода. После того, как мы на прошлой неделе по вине этого идиота Навара сбежали, еще по вине этого идиота Навара сбежали слоны, мы натянули опорные тросы. Сгодится, пока не починим дымоход, следует держите слонов в клетке и пожелаем Навару удачи в его предстоящем дебюте на арене. Понятно. Что с моделькой? Посмотри, что с моделькой происходит. Сначала, ребята, нам нужно с вами сигналку выключить, стоп, вот. Он скрылся.
А, вот, вот здесь. Блин. Ой-не-не, братан. Нет такого, с чем я не Поехали, ребятки, давайте. Давайте, блядь. Давай. Бам, нахуй. Вот так вот, ребятки, решается все. Иди сюда, блядь. Вот так вот все решается, понимаете, ё-моё, блядь. Это пиздец. Ребят, это жесть, забейте просто. Но они, скорее всего, так и будут респавниться, поэтому погнали. О, нет! О, смотри, нас щел. Блять, что происходит в этой игре? Подожди, я могу вызвать вон? Стой, мой хороший. Стой, мой хороший. Поехали, блять. На-на-най. На, ебать. Хотя, вы знали, что ребят верхом нельзя кататься на слонах? Что у них спина для этого не особенно, она типа, ну... Плохо становится, короче. Что у них здесь формулирует спина, и на них нельзя кататься, да-да-да. Так что, если не знали, будете знать, ребят. Памятка, ага. А, ну это мы читали с тобой. Поэтому, ребята, да, так что, как бы, да, будьте аккуратнее. Я бы на вашем месте не катался после такой информации на слонах, в принципе, да. Потому что, ну, это правда такое себе. Они, как я знаю, правда, не приспособлены спина для этого, у них она просто деформируется им больно от этого. Последний дрозд. Теперь можно обрушить трубу. Поехали. То что это дымоход? Каким образом, блядь? Правда? За короля!
Никакой пощады! Граната! Укрытие! Граната! Ложись! Тебе не жить! Огонь! Огонь! Граната! Ложись! Букер! Жалкий мятежник! Прикрой! Быстрее! Ты должен сдаться! Ну, для этого я брал, блядь, нахуй. Этот самый. Пулемет. Ну, вообще, в плане вот реально, почему вырвался балл, потому что я с ним согласен в этом плане, что, ну, типа, это, ну, все очень плохо, все плохое это все дело, блядь. Мы категорически все полностью осуждаем, конечно. Вот и все. Сабал, с фабрикой покончено. Это прекрасно. Мы сбились с пути, но ты исполнил волю Киры для ее народа. Мы очистились и воссоединились с землей. Ты указал нам верный путь, сын Махана. Вот так вот, ребята, вот так вот. Поехали, отвезем сразу краски. Эта громадина поднимала солдат хоботом и швыряла. Много хочешь. Кукол. Как же это было круто! Что-то я весь на эмоциях, но реально. Ничего потряснее я в жизни. Бля, просто чел, который и сейчас, ну, говорит по радио вообще, ну, чел, ну реально чел. Ну это реально чел, ну чел, ну это реально. Настолько это редкое явление. Чел, ну ты реально чел, просто, который сейчас говорит что-то, да, по радио, это, ну реально чел. Просто чел, ну реально чел. Мистер Гейл, мы за вами наблюдали. Пора увидеться. Дальнейшие указания по следующим координатам. Нет. Отлично. Надо отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его оставить. Слушайте, радио Свободный Кирады, с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Кирату. Ну да, круто, большие парни уйди. Знаете, всем водителям, содержать транспорт в рабочем состоянии, это ваша работа, инструмент у вас есть, никто не просит вас ракеты проектировать. На следующей неделе мы будем проводить выборочную проверку транспорта, если ваша машина проверку не пройдет, у нас НУР гарантирует вам место на арене Шаната. Ага. Они боятся, что мы набираем силу. Так, погнали, навыки всего прокачаем.
Вот так, ребят, вот такое мы с вами сделали. Ну, такие навыки мы с вами прокачали. Давно я, кстати, не прокачивал, реально. Да. Вот, прошлый раз мы с вами не прокачивали. Так, да, я быстренько зайду в магазин. Кто-нибудь, помогите! Не то будет поздно! А где он? А вот он. Вот, в принципе, как-то так, короче, сейчас будем стараться экономить с вами, жестко экономить. Вот, потому что если будет боезапас у нас с вами на каком-то оружии, то покупать их не будем дополнительно, потому что видишь, 16 тысяч стоит, блядь, на пулемет купить, это вообще жесть, вообще жесть. Так, ну и как бы сейчас, смотри, вот я через минуточку будет просто вот, ну, я сразу там окажусь, а у меня тут ехать пару минут, наверное, пару секунд, наверное, тоже, ну, короче, сейчас... Быстренько доеду туда и включусь, чтобы не затягивать хронометраж, да? Поэтому как-то так. Кого благодарить за избавление от пропаганды? Я только что перед вами был. Ребят, мы с вами почти добрались с вами, собственно, с вами почти до задания, да? Хотел сказать, что... Скажешь, почему ты пешком? Ну, я там бросил машину сейчас, да, как минимум. Вот. Почему сказать то, что... Что игра успела вылететь даже уже один раз. Это, конечно, нонсенс. Ну ладно. Так, ну что, давай. Это угроза? Ты мне угрожаешь? Не понял, блядь. Сам-то как думаешь? Сюда! Чё тут забыли, блядь? Чё они тут делают? Странная очень тема. Ну ладно. Очень странная тема, на самом деле. Опа. Так, ну что, давай. Поехали. Поехали. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например. Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Ну вот именно, бля, молодец. Вот они какую-то, ну, шляпу говорят, на самом деле. Так, куда нам? О, ну вот теперь как доберусь, так и включусь, да, чтобы не заехать хронометраж. Вот так вот, ребята, мы уже с вами здесь, да, вот так, топ, щелчок души за телепортнулся быстренько и все. Готов, готов, готов. Да. Так, я точно не войду. Так, применим план Б. Здравствуй, Аджай. Как мне туда забраться-то, ебаный рот, да? Заходи в мой магазин, жемчужину Кирата. Как мне туда забраться-то? Подожди. Спасибо за привет.
Ты мне объясни, как туда забраться-то? Ёпта. Ой, блин. Тогда понятно все, тогда все понятно, ладно. Ну, в целом все равно, да? Как, что чел просто лезет, будет последний, просто чел лезет на гору зачем-то. Всем, в принципе, все равно, ну ладно. Бывает. Ну, чел, ты дурак? Ну, так вот просто забрались. Ну, все. Чисто, блядь, посреди дня всем все равно, что чел куда-то забрался, блядь, в пугаре. Что тут происходит? Программа арены Шанат особо состязанию. Уже сегодня утром объяснял важность сегодняшней программы. Только не облажайтесь, босс, и так уже напряжен. Босс, и так уже напряженно. Напряжена, наверное. Все должно пройти идеально. Все расстояния раундов. Раунд первый. 3 тигра, 25 минут. Ага. Раунд второй, 4 волка. Раунд третий, 2 медведя. Раунд четвертый, 1 носорог. Между раундами перерыв 30 секунд. Они не должны... Ага. Ба, ты видел? Ты видел? Не, ну ты видел? Так, а сначала давай их обыскивать. Потому что нам бабки нужны с тобой, собственно. Нам с тобой бабки очень сильно нужны. Подожди, мужик, сейчас обыщу. Чел просто стоял, думал, что я на него выйду, а в итоге он сам вышел, как бы. Да-да, блядь. Так, их обыскиваем, потому что бабки нам очень сильно нужны, ребят. Очень сильно нужны бабки. Ну, в принципе, полезно найти у них там где-то предметы, чтобы потом их продать. Так, надо с ней поговорить. Ну, типа, помнишь, нам рассказал, что, типа, ну, ее заставили реально, то есть...
Ой, ребята, бля, ребята, ребята, ребята. Что такое? Где он? Я тебя закопаю. Тихо, 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 тихо. Ну, конечно, чуть-чуть не законтролил, хорошо, чуть не законтролил. Контроллер? Какой контроллер? Не знаю, просто какой-то контроллер. Чё бы нет. Контроллер, так контроллер. Наранай, наранай. Что такое, Тигр? Тихо, тихо, тихо. Ну, бейте Нур или поговорите с ней. Я хочу с ней поговорить. Так. Люди Кирата, вы приветствовали победителей, гнобили побежденных, но поверьте, такого боя вы не видели никогда. Сегодня прольется новая кровь. Аджей, где мои родные? Мне жаль, Нур. Нет, нет. Мне жаль. Прости. Пейган убил их уже давно. Мне ни к чему жалость. Мне нужна моя семья. Мне жаль. Но теперь ты свободна. Да. Свободна. От призраков убитых. От всего, что сделала. Я приучила их ко вкусу крови. Твоей. Моей. Вы же этого хотите? Больше крови. Осуждаю. Осуждаю, ты шо, ебанулась? Подавитесь! Мой, ты шо, блядь, ебанулась? Осуждаем. Паскудное зверьё! Осуждаем. Свобода. Бля, осуждаем. Бля, осуждаем, осуждаем. Осуждаем, это полностью осуждаем, не приветствуем, осуждаем такое, блядь. Бля, это вообще жесть. Ну и понять можно, все. Осуждаем. Соболезную, конечно, осуждаем. Рада тебя видеть, Аджай. Бля, это жестко, конечно. Это прям такое жесткое было задание, конечно, жесткое. Йоги Реджи, блядь. Реджи, блядь. Да, мы с тобой, собственно, на этом закончим, да? Бля, очень жесткое задание, очень жесткое. Сабал, готово. Нур мертва. Уверен, демон Ялунг уготовил ей особую участь. Ты поступил правильно. Юг, наконец, принадлежит нам. И народ вновь обрел веру. Хотя урок извлекли не все. Брат, у меня есть надежные сведения, что крепость Рогатавада ослабла после смерти Нур. Пора ударить и захватить ее для Золотого Пути. Угу. Ну что, раз, спасибо за просмотр. Такая истерика была очень довольно-таки, блин, жесткая очень. Блин, осуждаем такое, реально осуждаем. Ее, конечно, понять можно, осуждаем, полностью осуждаем. Но это не повод, ребята, это не повод так делать. Осуждаем, осуждаем, полностью осуждаем. Вот, но это ее выбор был. Соболезную, конечно, но и осуждаю одновременно. Вот, в принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Какая истерика была, увидимся в следующих сериях. Давайте.